спеши. Мести, ты убил зверя? Зверь убит. Спасибо. Вот твоя награда. Это моя работа. Узнать планы Афинин не так-то просто, спартанец. Тебе нужна моя помощь? В чем разница между собакой и афининином? Не знаю. Собака нападет на убийцу хозяина. Афинине побегут от него со всех ног. Нам нужно лишь убить афинского командира. Похоже, ты просишь убить афинского командира. Сделаешь? Хорошо, я возьмусь. Прошу, сделай это. Оставь это мне.
не сравнится со мной! Никогда! Вот топор, который искал человек с крыши. Довольно тяжелый. Сможет ли он поднять его? Теперь у меня есть все, чтобы человек с крыши вновь прославил свою деревню. Отнесу ему эти вещи, пока он не спрыгнул. Ugh!
Эй, тебе что-то нужно? Леса вдохновляют меня. Я нахожу опасные места и использую в своем искусстве. Последняя моя работа показывает место, где меня чуть не убили. Надо сходить туда. Ха-ха, так и думала. Опасность манит. Предлагаешь купить? Да, я скажу, куда идти. Если ты готов заплатить. Вот. Держи. Я здесь. Благодаря этим вещам ты сможешь всех обмануть. О, превосходно! Не беспокойся, это ложь во спасение. Про нашу деревню снова вспомнят. Не мог бы ты, ну, отдать мне эти вещи? Конечно, топор и доспех твой. Отвернись-ка, дай мне переодеться. О, выглядишь как герой. Будто ты прикончил целую семью минотавров. Что, правда? Ты мне не врешь? Не вру. Твой грозный вид даже меня немного пугает. Ого! Все хорошо! Я теперь герой! Я спускаюсь! Чувствую себя героем. Надеюсь, капитан вернется и доставит меня домой. Мои деньги! Нам направляется большая группа Афины. Нет, не слышал. Они пожалеют, что пришли. Я тренировался каждый день, готовясь к встрече с этими малаками. Как интересно. Эти афиняне не достигнут нашего уровня. А, это ты? Удалось его убить? Он уже мертв. Славно! Держи, ты заслужил. Я довожу дела до конца.
Ты очень вовремя. Мы выдвигаемся к афинским границам и не откажемся от помощи такого бойца, как ты. Поможешь нам повернуть ход войны в нашу пользу? Мой меч к твоим услугам. Славно. Нам нужна любая помощь. Убьем Афиня! Пусть Спарта гордится нами! Thank you.
Здесь любят Минотавра. Один размер подойдет всем. Меня зовут Арсений. Если хочешь узнать, как победить Минотавра и стать знаменитым героем Греции, я могу рассказать. Молодец, парень. Расскажи мне. Не боишься, что кто-то украдет твои всемирно известные туники? А кто? Это для Минотавров. Посмотри на статуи! Минотавр – серьезный противник. Помни мой урок. Он ненавидит, когда его колют. Особенно острым оружием. И это его единственная слабость. Смотри, это статуя Минотавра. Сам Минотавр может быть меньше. А где остальное? На холме. Ее не смогли удержать, когда переставляли. Двое погибли. Их разрубило пополам рогами. Два рога, четыре половины. Даже статуи Минотавра опасны. Да, опаснее всего. Говорят, даже Тесея убила статуя Минотавра. Я знаю истории о Минотавре. В них Тесей больше похож на героя. Что ж, спартанцы всегда лучше дрались, чем думали, да? Может, ты и в Медузу веришь? Продолжим наш поход. Здесь, в Певке, герой всегда прав. Сюда! Смотри, это не камень, а помет Минотавра! Он только что здесь проходил! Странно, что мы его не видели!
еще один секрет. Кроме меня его не знает никто. Ни Минотавр не любит рано вставать. Честно, я разбираюсь в Минотаврах. Я уже 27 лет в этом деле. И вот еще один секрет. Надеюсь, Арсений-младший однажды займет мое место. Славный малыш, славный. Воины из всех уголков Греции приезжают сюда, чтобы сразить Минотавра. Они надеются добыть его голову. Но пока... никто не преуспел. Но если выпьешь эликсир из копыт Минотавра, то получишь его силу и победишь. Откуда у тебя эликсир из копыт Минотавра? Сделал из копыт Минотавра. Что непонятного? Все в названии. Ага. И от чего может вылечить этот твой эликсир? От всего. Что беспокоит? Горло? Старые раны? Зуд в местах, которые не почешешь на людях? Он вылечит сожаление о потерянном времени. Да! Дай угадаю. Эликсир у тебя с собой? Папа всегда говорил мне, не выходи из дома без толченых копыт чудовища. Пригодится может все, даже эликсир из копыт. Мудрое вложение, мой обеспеченный друг. Идем, это не все, что тут есть. Я не говорю, что это я сломал статую Минотавра. Но не говорю, что это был не я. На этом тур окончен. Это все? Ты ничего не рассказал о Минотавре? Мои клиенты всегда довольны. Можешь заплатить моим приятелям за выход. И еще раз добро пожаловать в Певку. Не получишь ни одной монеты. Что? Ни одной? Я заберу все! Вперед! Можем ее продать! Не мисти, а хотя бы... Ты заслужил скидку на туники Минотавра. О! Знаешь что? Это был славный тур. Тур дружбы. Я заплачу тебе за него. Вот, огромная плата за тур истинной дружбы. Приятно иметь с тобой дело. Эй! Да? Каково быть мистием? А, неплохо. Могу я предложить тебе окаменелый помет Минотавра? Ты правда думаешь, что я тебе поверю? Если не стрелять, никогда не попадешь. Хрянешь ты, Павли. Могу я предложить тебе окаменелый помет Минотавра? Ты правда думаешь, что я тебе поверю?
Проваливай отсюда! Девка, нужно следить за кошелем. Хайра, чем наемник может тебе помочь? Тело моего сына выкинуло на берег. У него из груди торчал акулий зуб. Ненавистные твари! Что я скажу его брату? Как показать ему этот зуб? Боги жестоки! Я должен убить всех акул. Да, они должны умереть. Сейчас у меня нет времени. Хорошо, подумай, Мисти.